Всем привет! Сегодня будет очень интересное и информативное видео. Торговать я буду на свечном графике. Обязательно досмотрите это видео до конца. А перед тем, как я начну, хочу сказать, что я создал открытую сигнальную группу. Вторая ссылка в описании. С закрытой группы, вот моя закрытая группа, я дублирую сюда все прогнозы чисто для статистики. Напоминаю, здесь торговли нету, здесь чисто статистика. Люди меня спрашивали, как можно посмотреть твою статистику. Вот, статистика моей торговли. Здесь я указываю дату, указываю время, указываю криптовалюту, указываю время, указываю, что от просадки, и вот полностью вся статистика. То есть еще раз, вот закрытая группа, вот, кстати, сегодняшняя торговля, я ее еще не успел перенести. С закрытого канала в Телеграме я все дублирую. Вот, в открытый канал, просто ради того, чтобы люди посмотрели статистику, посмотрели, как мы работаем в закрытой группе, как я даю сигналы, как я заключаю сделки, какой принцип. Короче, не буду долго рассказывать, вы и так сами все можете посмотреть, вторая ссылка в описании. Итак, приступаем к торговле, что мы здесь видим? Свечи по одной минуте и у нас уровень поддержки. Здесь мне нужно дождаться именно тех свечей, которые будут подтверждать разворот. Итак, 2-1. И у нас, видите, крест. Свеча Dodge. Это модель японской свечи, у которой цена входа и цена выхода приблизительно на одном уровне. Видим, что уровень поддержки сохраняется. Здесь зеленая свеча. И я захожу на 40 тысяч на повышение. Здесь, народ, я поспешил. Мне нужно было бы дождаться. Завершение вот этой вот свечи. Но я увидел, видите, Dodge. И зашел на повышение. Смотрите. 6, 5, 4, 1, и здесь у нас перевернутый молот. Вот здесь нужно было заходить на повышение. Смотрите, это очень сильный сигнал на повышение. Почему? Смотрите, красная свеча, потом Dodge, потом перевернутый молот. И опять начинается зеленая свеча, и все 4 свечи не пробили уровень поддержки. Это очень сильный сигнал. Но здесь я поспешил. У меня один возврат. И одна сделка закрывается в плюс. Переходим к следующей ситуации. Такая же ситуация. Смотрим. Опять же у нас есть уровень поддержки. У нас зеленая свеча. Молот. Следующая свеча. И с третьей зеленой свечи я захожу на повышение. Опять на 40 тысяч рублей. Здесь я уже правильно вошел в позицию, да? Здесь я дождался. Третьей свечи и вошел, да? Смотрим. Такая же ситуация. Красная свеча, две зеленых свечи не смогли пробить уровень поддержки. Это очень сильный сигнал, и это нам говорит о том, что цена пойдет на повышение. Любые модели японских свечей, которые подтверждают разворот, должны быть подкреплены уровнем. Либо поддержкой, либо сопротивлением. Видим отчет. И все сделки заходят в плюс. На этом моменте я принимаю решение закончить торговлю. Смотрите. Три сделки в плюс. Там еще один возврат. Смотрите, вывел я 1 миллион. И в следующем видео будет вывод миллиона. Теперь переходим к анализу. Итак, народ, во-первых, вы для себя обязательно должны знать все модели японских свечей, которые подтверждают разворот при нисходящем тренде. Вот, видите, да? Все модели. Обязательно вы их должны знать. И вы должны знать все модели при восходящем тренде. Вот все модели. Теперь переходим к моей ситуации, к моим сигналам. Смотрите, у нас есть уровень поддержки и у нас Dodge.
После доджа у нас идет перевернутый молот. Здесь я поспешил, потому что здесь я увидел зеленую свечу, но мне нужно было бы дождаться вот этой вот свечи. И отсюда я бы уже зашел спокойно на повышение и однозначно был бы в плюсе. То есть не было бы у меня возврата. То есть смотрите, первая свеча, вторая, третья, четвертая. Четыре свечи не смогли пробить уровень поддержки. Это очень сильный сигнал. Давайте его где-то здесь попытаемся найти. Вот, смотрите, есть уровень. Ну, здесь наоборот, да? Додж, вот. Вот наш молот. Такая же ситуация. То есть все они стоят на одном уровне. Раз, два, три, четыре. Отличный сигнал на повышение. Следующий сигнал, да? Я уже дождался две зеленые свечи, и на третьей свече я зашел на повышение. Тоже хороший сигнал, смотрите. Перевернутый молот, вернее, обычный молот. Также две зеленых свечи не смогли пробить уровень поддержки. Красная свеча тоже практически на одном уровне, да? Две тени тоже на одном уровне. Это тоже сильный сигнал на повышение. И я еще раз хочу сделать акцент на очень-очень важном моменте. Все эти модели свечей, которые подтверждают разворот при нисходящем или при восходящем тренде, должны подкрепляться уровнем. Это очень важно. Без уровня поддержки или без уровня сопротивления здесь будут слабые сигналы, очень слабые сигналы. Об этом почему-то никто не говорит. Это очень важная информация. Будет уровень, будет определенная модель, все будет отлично, 80% будет плюс. Итак, я думаю, это видео реально было для вас полезным. Всю эту информацию можно найти в Гугле. Я вот ввел первый сайт и вот нашел такую вот информацию. То есть, неважно, где вы торгуете, на свечном или на зонном графике, вы обязательно должны все это народ выучить. Вы обязательно должны все это знать. Так что не ленитесь, учитесь. Кто хочет торговать вместе со мной, добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу по заработку. Первая ссылка в описании. А кто хочет посмотреть статистику моей торговли или как я сигналю в закрытой группе, добро пожаловать в открытый канал в Телеграме. Вторая ссылка в описании. Так что, народ, обязательно подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте этому видео лайк, потому что инфа реально была полезной. Также подпишитесь на Инстаграм, на Телеграм, все ссылки в описании. Удачной всем торговли, пока!